всем привет. Мы едем на Гелюй. Светик, привет. Так, что у нас тут видать? А пока нифига не видать. Камушки, елочки. Все, что есть, это пока нифига. Где-то лес горит километров 300, поэтому вот такой туманчик кругом. Ну и запах есть дыма. Вот такие здесь классные дороги. Массаж спины, попы и всего остального. Поворотом ничего нового не увидел. За поворотом еще один поворот. Ага, ох, вот классные дорожки. О. Рядышком озеро какое-то тут, а уже не видать. Впадает в Гелюй. Подъезжаем к устью Дубакита. Дубакит впадает в Гелюй. О! Это мы будем сейчас переезжать, да? Конечно. О! Танки везде пройдут. Прошли. Самое интересное все равно впереди. Вот оно интересное. А, да, интересно. Тихо-сишкание посильнее. Это что, мы сейчас это переезжать будем? Вот видишь, какая? Обалдеть. Речка. Мы будем переезжать через такую речку. Офигеть. О. Тихо, не, я просто снимаю. А у камеру? Стукнуть сможешь. Че? Машина. Я аккуратнее. Мы переезжаем. Для нашего броневика ничего не страшно. Старатели замазали эту речку, испортили. Где-то золото добывает. Видите, какая она мутная стала. А была неделю назад, говорят, здесь кристально чистая. О, даже идеально чистая была, говоря. Жадность золоту. Жадность золоту. Ой. Лихорадка все сгубила. Да, ради грамма золота готова, блин, тут все перепахать. Да, это уже поплыли. Это машина-лодка у нас. Она и плавать умеет, и ездить. Вот только летать не научилась. Ты не знаешь. Может, и умеет. Где-нибудь винт есть. Засекреченный. Засекреченный, да. Слушай сюда, мы едем прямо по Дубакиту. Впереди Гелюй, Дубакит впал в Гелюй, все, вот оно в устье. Ну по Гелюю мы на машине ездить не будем, по Гелюю мы будем ездить на лодке. Он намного глубже Дубакита. На машине мы в нем точно утонем. Надо было, может быть, и Галю взять. Глянь-то, как-то не солнечно. Да, не жарко. Как дыму много пыли. О.
Вот смотри, что там творится. Вот явно как будто бы там очаг возгорания. Да, похоже, там такой дымина. Ну, хотя и там тоже не. Там как будто бы. Короче, ужас. Да и все. Ужас, да и все. Хотите туда сходить в гости? Чего там? Барак. Зимовье. Охотничье. Рыболовно-охотничье. А я сейчас буду лодку спускать. Где, госпожа, желаете вылезти? Где саму выскочить? Можно прямо в луже остановиться. Пускай они ножки прохладят. Ну как тебе массажик, Свет? Нравится? Я уже боюсь. Ой. Да, дорога, конечно, но просто... Это уже не дорога? Это просто куда хочу, туда и рулю. Понятно. Ой. На Ниве здесь застрять можно уже, да, наверное? Или нет? Нет, но на ней неудобно ехать. На этой удобно. Спать? Да. Ура, барак приплыли. Вон барак, можете ходить туда посмотреть, что там происходит. А что там за барак? Какой-то барак там, блин, говорят. А я пока спущу лодку на воду. Все, разминайте. А вот лодочка, на которой мы будем пытаться плавать. Мы пытаться не будем, мы будем плавать на ней. Мы будем на ней рассекать. О, так, дождей уже больше месяца не было, река мелкая, вдруг винтик поломаешь. Я на глубину выйду, ничего. Господи, речка. Так. Такая-то хижинка. Какой-то сарайчик, фиг его знает, что там. Сколько, что там есть, он да? Раньше был очень идеальный, хороший. Там было красиво, уютно. Но мне кажется, что люди его просто запоганили последний год. Люди очень вежливо относятся к тому, где находятся. Будем надеяться, может там это кто-то покушать оставил. Да, кстати, раньше там придешь, еда есть, все было, консервы, сейчас ничего такого. О, Светик что-то там выглядывает. Светик! Как там? Все хорошо? Кому понравилась наша замечательная прогулочка по тайге на машине, ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии вы увидите уже этот самый сарайчик, который я издалека снимал на видео. Внутри он окажется очень такой замечательный, красивый. Не буду все рассказывать. Все это вы увидите в следующей серии. Всем до новых встреч!